Всем привет! Решила показать, как маленький каспиец, полос, собирается линять. Первый признак линьки – мутные глазки, становятся как бы голубоватыми. Я это показывала и на взрослой змейке. Пока по телу тут особо отличий не видно. Ну вот, на днях ждем линьку. Сейчас покажу глазки еще. Тот рух у меня уползает. Ну-ка, давай глазочки свои. Ну-ну, подожди. Сфокусируемся. Вот они, глазки. Давай покажем. Вот, то есть глазки уже у нас мутные. Соответственно, линька вот-вот начнется. О, отлично видно. В принципе, кто змей держит, это знает. Кто с этим сталкивается впервые, будут знать. То есть мутные глазки змеи не обозначают, что она ослепла, а обозначают, что змейка собралась полинять. Вот буду ждать линьку своего товарища. Это, кстати, змейка третья по счету, кто следит за видео. Вот я ее пускаю. Вот такая красопета. Ну, будем линять. Два других товарища сидят здесь. Вот они спать легли. И пока линять не собираются. Не буду их тревожить на ночь. Вот. Ну, когда начнем линять, похвастаюсь. Всем пока!